Лидия Романова – мама двоих детей. Дочка-второклассница, которая с нетерпением ждет переселения в новое здание гимназии, и сын-пятиклассник. Мы семья военнослужащих. У нас все как-то военнослужащие идут. И мои родители были военнослужащими. Супруг сейчас служит в 98-й дивизии, участник СВО. У нас двое детей. Старший сын – спортсмен. Тоже мечтает быть военным инженером. Лидия поблагодарила Станислава Воскресенского за заботу о таких семьях, особенно за поездку на ретро-поезде в Шую. Губернатор, в свою очередь, поинтересовался, получила ли семья единоразовую выплату к Новому году и Рождеству. Перед Новым годом приняли решение на всех детей из семей участников специальной военной операции выплата 5000 рублей на каждого ребенка. Если кто-то вдруг не получил эту выплату из семей участников СВО, пожалуйста, обратитесь в территориальные органы соцзащиты, обязательно эту выплату получите, хотя у нас практически все получили.